принцессу на горошине», сказку, в которой принцесса никак не могла уснуть из-за маленькой горошины под несколькими слоями перины матраса. А ведь если вдуматься, проблема-то была вовсе не в горошине, а в неправильном матрасе. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем о матрасах все и даже больше. Но для начала надо бы найти место, где действительно большой выбор качественных матрасов. И мы нашли такое место. Мы находимся в самом первом мебельном торговом центре в Казани, где представлен самый широкий выбор не только качественной мебели, но и матрасов. Торговый центр «Мебельград». Эксперт по выбору мебели номер один. Здесь можно найти качественные матрасы на любой вкус и кошелек. Мягкий, жесткий, пружинный, беспружинный, односторонний, двусторонний. Матрасы бывают разные, а выбрать надо один. Один и по карману. Существует два вида матрасов – это пружинные и беспружинные. Давайте остановимся на каждом из них поподробнее и рассмотрим пружинные матрасы. Пружинные матрасы также делятся на блок независимых пружин и блок зависимых пружин. Вот данная моделька – это эконом-варианта, так как здесь пружинки идут зависимые. Каждая пружина зависима от другой. Технология эта получается очень жесткой. И этот матрас вряд ли можно назвать анатомическим. Также в его составе входит пенополиуретан. Пенополиуретан на водной основе. Он бывает у нас разной плотности и может обладать также жесткостью, а может обладать мягкостью. Эти матрасы тоже на любителя, кто какой матрас предпочитает. Каркас у матраса выполнен тоже из ППУ. Выполнен из ППУ, дабы избежать провисания боков матраса. Чехол используется из искусственного жаккарда, но матрас имеет вентилируемые отверстия. Такие матрасы прослужат где-то порядка 5-7 лет, если его правильно использовать, не превышать вес на одно спальное место 85 кг. Один из недостатков матраса с зависимым пружинным блоком – так называемый эффект гамака. Выражается он в том, что по истечению времени спящие скатываются к центру. Особенно это заметно при разнице весовой категории. Поэтому супружеским парам стоит присмотреться к другому виду пружинного матраса, а именно к матрасам с независимым пружинным блоком. В этих современных блоках каждая пружина помещена в тканевый чехол и работает независимо от соседней. Благодаря этому нагрузка распределяется более равномерно, отсутствует эффект гамака, и матрас максимально точно подстраивается под форму тела человека. Этот матрас двусторонней жесткости. С днем большое преимущество для покупателя, что можно спать на мягкой стороне, переворачиваете, спите на жесткой стороне. Мягкую сторону здесь играет искусственный наполнитель Ergoflex. Он гипоаллергенный, так как выполнен на водной основе. Жесткую сторону здесь исполняет кокосовая кора. Она латексированная, не дает усадки, так что этот матрас прослужит вам порядка 10 лет. Для пружинных матрасов основной параметр, от которого зависит цена матраса – количество пружин на квадратный метр. Чем их больше, тем матрас качественнее и будет дольше служить. В качественном ортопедическом матрасе должно быть не менее 120 пружин на квадратный метр. Также на стоимость матраса влияет материал, из которого изготовлен верхний слой. Чем он качественней, тем, соответственно, выше цена. Самые дорогие матрасы имеют верхний слой, изготовленный из натуральных наполнителей, например, из латекса и латексированной кокосовой койры. Латекс – это самый мягкий наполнитель на сегодняшний день. Он обволакивает ваше тело, и сон у вас получается очень комфортным. Сохраняется также естественное положение позвоночника. Если посмотреть внимательно на ткань, то она выполнена из трикотажного полотна с антибактериальным покрытием. Также имеется молния, что позволяет снимать чехол и его стирать при машинной стирке в 60 градусов. Второй не менее популярный вариант – беспружинные матрасы. В них пружинный блок заменяют монолитные или наборные блоки из натуральных и искусственных материалов-наполнителей. Мягкий вариант такого матраса с натуральным наполнителем – удовольствие не из дешевых. Такие матрасы мы рекомендуем людям пожилого возраста, людям, которые имеют малоподвижный образ жизни или наоборот, весь день простояли на ногах и им нужно полностью расслабить свои мышцы. Сейчас мы с вами рассмотрели мягкий вариант беспружинного матраса, но можем предложить вам вариант жестких матрасов, которые будут состоять полностью из кокоса, либо из пенополиуретана, что будет бюджетным вариантом. И его может приобрести каждый.
При выборе матраса в первую очередь нужно учесть свои индивидуальные предпочтения. Во-вторых, немаловажен возраст и вес. Для молодых пар мы рекомендуем матрасы двухсторонней жесткости и обязательно блок независимых пружин. Для людей пожилого возраста мы порекомендуем мягкие матрасы, где наполнителями выступит латекс, либо вязко-эластичная пена. Для людей с медицинскими показаниями мы порекомендуем либо жесткий матрас, либо матрас средней жесткости. Самое главное в матрасе – это то, чтобы вам было удобно. Ориентируйтесь не только на общие советы, но и на свои ощущения. Поэтому перед покупкой не будет лишним прилечь и сравнить несколько матрасов. Еще лет 20 назад мало кто думал, на каком матрасе он спит. Сегодня же выбор правильного и качественного матраса – вопрос, касающийся каждой семьи. Теперь мы с уверенностью можем сказать, что знаем о матрасах все. Осталось только выбрать подходящий вариант. А за покупками приезжайте к нам! В Мебельграде вас всегда ждут заманчивые предложения, огромный выбор качественной мебели и матрасов, невероятные скидки и приятные подарки. Мебельград. Вы всегда получаете больше.